Девушка, здравствуйте. А в какую цену журнал «Максим»? 50 гривен. Сколько? Курс доллара, видел? Хочешь халяву? Иди в библиотеку. Спасибо. Библиотека? А меня Диана зовут. Это, конечно, все замечательно, но вы мне поможете? Да, конечно. Вы что-то ищете? Я ищу журнал «Максим». Максим? А, ясно. Пойдемте со мной. А как вас зовут? Ваня. А меня Диана. Ты здесь впервые, верно? Хочешь, я проведу тебе экскурсию? Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Да, Ксюш, нам твоя помощь не нужна. В отличие от тебя, я здесь работаю. Не мешайся мне. Так что вы ищете? Журнал «Максим». Вань, не слушай ее. Она ничего не найдет, а я найду. Девочки, что происходит? Не влезай! Он со мной пойдет. Нет, со мной. Размечталась. Отпусти его. Нет, ты отпусти. У меня есть то, что вам нужно. Наконец-то! Достали. А какие груди. Козлина. Чай будешь? Да, можно. Черный и зеленый. Зеленый без сахара. Ну, пошли. У меня есть то, что вам нужно. Ba 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 poker face. Ba 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 poker face. Ba ba ba.